Привет! Добро пожаловать в Лигу Покемонов! Я Аарон из Элитной Четверки. Рад встрече с тобой. О, мне стоит объяснить. Я огромный фанат покемонов-жуков. У покемонов-жуков скверный характер, и все же они прекрасные. Ты хочешь узнать, почему я принимаю претендентов здесь? Это потому, что я хочу стать идеальным, как мои покемоны-жуки. Ладно, позволь мне с тобой разобраться. Теперь я признаю поражение. Но я думаю, что ты пришел увидеть, насколько крутыми могут быть покемоны-жуки. Я также надеюсь, что ты понимаешь, против кого ты идешь в Лиге Покемонов. Сражение — это глубокая и комплексная задача. Я проиграл с самыми красивыми и сильнейшими покемонами-жуками. Вы проиграли потому, что я не был достаточно хорош. Решено. Назад в тренировочный лагерь. Похлопай мне. Нет, как-то неправильно. В общем, иди в следующую комнату. Три тренера ожидают тебя. Они все сильнее меня. Вперед, иди в следующую комнату. Я собираюсь стать первоклассным и непревзойденным тренером с моими прекрасными и сильными покемонами-жуками. Ну-ка, ну-ка.
Ты довольно прелестный тренер, но у тебя также есть хребет. Ахаха, я Берта. Я предпочитаю покемонов земляного типа. Ну, не хотел бы ты показать старой леди, как много ты усвоил? Что ж, дорогое дитя, я должна сказать, это было весьма впечатляюще. Твои покемоны поверили в тебя и сделали все возможное для победы. Хоть я и проиграла, я не могу удержаться от глупой улыбки. Ты определенно особенный юноша. Мне нравится, как ты и твои покемоны побеждаете, работая как один. Вот что делает тебя таким сильным. Ахахахаха! Я думаю, что ты зайдешь так далеко, как захочешь. Тренер в следующей комнате гораздо более грозный оппонент. Ты должен быть уверен в своих силах. Однако, я думаю, что ты зайдешь так далеко, как пожелаешь. Ахахаха! Йо, тренер! Ты заставил меня считать дни на пальцах в ожидании твоего прибытия. Я слышал от Волкнера, что ты сделал в Санишоре. Ты смог снова зажечь огонь в сердце этого парня. Неужели ты не ожидал, что я буду надеяться увидеть тебя в битве?
В лице меня ты встретил пользователя огненных покемонов. Позволь Флинту увидеть, как горячо пылает твой дух. Я чувствую твою решительность. Твоя воля пересиливает меня. Я не верю в это. Я проиграл. Я не воспринимал тебя как должное. Но я не ожидал, что ты выиграешь. Я даже никогда не думал об этом. Это взорвало меня. Ты и твои покемоны - горячие штучки. Фух, выгорел прямо до пепла. Иди дальше.
Ах, ты очень вовремя прибыл. Как видишь, я как раз закончил читать книгу. Позволь мне представиться. Я Лусиан. Я использую психический тип. Я должен сказать, ты уже доказал свою изумительность, зайдя так далеко. Говорят, что я сильнейший из элитной четверки. Боюсь, что мне придется выложиться по полной против тебя, чтобы поддержать эту репутацию. Что же теперь мне делать? Понятно. Ты прошел предыдущих оппонентов не случайно. Твоя сила реальна. П-
Поздравляю, ты только что победил элитную четверку. Однако это не значит, что ты прошел лигу покемонов. Остается чемпион. Я должен предупредить тебя. Чемпион гораздо сильнее элитной четверки. Теперь вперед. Пройди через дверной проем к своей финальной битве. Я буду читать книги, пока не появится следующий претендент. Это успокоит мои нервы, чтобы я смог разобраться с любыми ситуациями без паники. У тебя все было в порядке? Спасибо тебе за гору Коронет и за мир искажения. Я очень благодарна. Вместе ты и твои покемоны превзошли все испытания на вашем пути. И самые сложные тоже. Это также значит, что ты победил все персональные слабости. Сила, которую ты усвоил, я могу почувствовать, как она исходит от тебя. Но достаточно разговоров. Давай разберемся с тем, почему ты здесь. Как чемпион Лиги покемонов, я принимаю твой вызов.
Я не могу вспомнить, когда в последний раз меня так загоняли в угол. Я не позволю этому закончиться. Эта битва слишком веселая, чтобы завершить ее так легко. Лишь несколько минут назад ты был самым сильным претендентом. И только что ты стал самым сильным из всех тренеров. Теперь ты наш новый чемпион!